Минулой ночью по усходе Гомельской области был установлен новый температурный рекорд за всю эту зиму. Самая низкая ночная температура зафиксирована у Василевичах Рычицкого района – минус 25 градусов. Не на шмат было теплее у Брагине – 24,5 градуса по Цельсию со знаком минус. У Гомеля слупок термометра крыху не досягнул отзнаки у 23 градусы. У Жлобине зафиксировано минус 20. Такие известки дают станции метеоназирания, что працуют на территории нашей области. При этом минулая ночь не побила температурный рекорд 1947 года. Тогда у ночь с 8 на 9 лютого слупки термометров опустились до отзнаки у 28,7 градуса. Самая ж низкая за всю историю метеоназирания у температура на Гомельщине была у зимку 1970 года – минус 36,3 градуса.